Как вы оцениваете вот то, что сейчас происходит в этой войне? Все-таки вот с одной стороны наступление российских войск продолжается, наступление украинских вооруженных сил Украины под Курском продолжается. Значит, как вы считаете, вообще в чью пользу вот этот вот размен? Вот эта игра на двух досках, она вообще в чью пользу в основном сейчас склоняется, ваша оценка? Вы знаете, я бы хотел к этому вопросу тоже подойти, если хотите, фундаментально. Потому что с 2014 года, с первых дней войны России против Украины, речь по совершенно непонятной мне причине идет прежде всего о территории. И вся дискуссия идет вокруг территорий. Какое количество территорий может потерять наша страна в результате российской агрессии? Как может измениться ситуация с точки зрения контроля над украинскими территориями? Мы все время обсуждаем, какое количество процентов территории нам пришлось потерять в 2014 году изначально, какое количество территорий мы вернули в результате тогдашнего наступления украинских войск на позиции тогда еще нерегулярных частей российских диверсантов и их пособников. Какое количество территории мы потеряли в результате российского наступления 2022 года? И какое количество территорий мы можем возвратить вот в результате возможных следующих действий России, украинской армии против российского агрессора? И это главная тема украинских дискуссий. То есть подразумевается под украинской победой или под украинским поражением то, какую территорию может контролировать Украину. И вот я очень хорошо помню, что когда я еще в первый, я бы сказал, период этой войны, большой войны, говорил в интервью BBC о том, что среди западных политиков идут дискуссии, тогда они не высказывались так громко, о том, что Украина может стать членом НАТО без восстановления территориальной целостности, что гарантии безопасности будут Украине даны без восстановления территориальной целостности для той территории, которая будет находиться под контролем украинского руководства на тот момент, то меня некоторые мои коллеги, не только, стали обвинять в том, что я хочу отдать России некие территории, которые она на данный момент контролирует. Хотя вы видите, после этого уже и многие известные политики об этом западные говорили, такие как бывший генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен. Вот, вчера или сегодня об этом сказал президент Чехии Петр Павел. Ну, это такая логичная вещь совершенно, если мы хотим сохранить украинскую государственность. А для меня эта история с войной вообще была не историей о территориях, и остается не историей о территориях. Я не считаю, что Украина потерпит поражение, если она не сможет восстановить свой контроль над каким-то количеством оккупированных территорий. Я считаю, что Украина потерпит поражение, если она исчезнет с политической карты мира. Я считаю, что ставка в этой войне ровно такая, что Путину абсолютно не нужны какие-то куски украинской территории. Крым, Донбасс, Херсонская область, Запорожская, Харьковская, это может быть ему нужно. Нет. Ему нужно восстановление российского государства в пределах, по крайней мере, Советского Союза 1991 года. Он считает, что украинское государство не имеет никакого права на существование. Собственно, он этого не скрывает. Это неоднократно отмечалось и в статьях самого Владимира Путина, и в заявлениях многих российских политиков. Я бы сказал, если уж быть точным до конца, начиная с 1991 года. Вот 27 августа 1991 года, когда от имени президента Российской Федерации, тогдашнего Бориса Николаевича Ельцина, его пресс-секретарь Павел Вощанов сделал совершенно четкое заявление о территориальных претензиях России к бывшим советским республикам, если они не будут в союзе с Россией. Это было достаточно четкое, конкретное, жесткое заявление. И Вощанов, кстати, проводил пресс-конференцию о том, что и объяснял, что речь идет прежде всего об Украине и о Казахстане. Об этом всем забыли, конечно, потому что тогда, как вы помните, события шли валом, как и сейчас. А я это очень хорошо запомнил, потому что для меня это было предвестие будущей войны. За государственность, не за территории. Я понимал, что разговоры о территориях – это всего лишь ключ к
тому, чтобы попытаться уничтожить украинскую государственность как таковую, суверенную украинскую государственность. Ну и что в результате? В результате, по большому счету, сама идея войны на территории Украины для меня была войной, которая, в принципе, ставила украинское государство в положение некоего, ну, если хотите, такого бантустана, протектората России. Государство с ограниченным суверенитетом, на территории которого Россия, если хочет, может проводить специальную военную операцию. Вот вы вдумайтесь в цинизм ситуации. Россия проводит на территории Украины суверенно специальную военную операцию на территории суверенного государства. Россия может с точки зрения суверенного, своего суверенного права объявить Украине войну. Может, может. Но она же этого даже и не пытается делать. Она к Украине относится примерно как к Чеченской республике. Вот на территории Чеченской республики, Республики Ингушетия, Республики Дагестан, на территории субъектов Российской Федерации была контртеррористическая операция. На территории Украины специальная военная операция. Потому что она началась тогда, когда Россия решила признать независимость ДНР, ЛНР и как бы действовала на территории других государств, чтобы защитить их от третьего. И это специальная военная операция. А на территории Курской области контртеррористическая операция. Как в Чечне. Почему? Потому что какие-то войска каких-то непонятных сепаратистов вторглись на территорию суверенного государства, Российской Федерации. Но суверенное государство не может объявлять войну сепаратистам, потому что они не существуют. Израиль не может объявить войну Хамас. Он может проводить какую-то контртеррористическую операцию против Хамас. Израиль может объявить войну Египту, Сирии, Иордании, Ливану, но не Хамас. Вот для президента Российской Федерации Владимира Путина, для его окружения, для русского народа, мы такой большой Хамас. Террористическое нацистское образование. Поэтому киевский режим, заметьте. Поэтому войска Киева. Как сектор Газа. Никто про эту Украину, в принципе, не говорит. Поэтому, если мы сами для себя это принимаем, и соглашаемся, что война на нашей территории, ну где же еще ей быть? И соглашаемся с западной логикой, что война не должна распространиться на территорию России, потому что это как бы суверенное государство с ядерным оружием, что на его территории должна война идти? Война может идти на территории некого полугосударства, протектората, недогосударства. То такой будет наша судьба. Каждый сможет прогуливаться по этой территории сколько угодно долго, потому что это не государство никакое. А такая союзная республика, которая возомнила себя не вещем, но мы ее сейчас покажем на место. И когда мы кричим, ой, но мы же в Организации Объединенных Наций, мы же имеем суверенитет, ну и в Организации Объединенных Наций, так вы и были в Организации Объединенных Наций до 1991 года, что никому не мешало вообще создавать военные округа на вашей территории, проводить русификацию на вашей территории, посылать чиновников на вашу территорию, уничтожать вашу как нацию на вашей территории. Вы были в Организации Объединенных Наций, Разъединенных Наций. Какая разница, если вы на самом деле не государство и не можете себя защитить? И если уж можете, то ровно на отведенной вам товарищем Сталиным территории. Вот здесь, пожалуйста, защищайте. Мы будем снисходительно смотреть, знаете, на это как будто какой-то так детина там у себя в хате размахивает там кулаками. Но в нашу хату ты, пожалуйста, не лезь. У нас-то не хата, у нас-то дворец в Геленджике. Поэтому, по большому счету, для меня перенос военных действий на территорию России – это единственная возможность хотя бы превратить эту историю в войну. Вот я слышу, как очень многие мои соотечественники говорят, ой, как же вы можете вообще об этом говорить? Ну, заняли мы какую-то территорию Курской области, а в это время можем потерять стратегически важные города в Донецкой области. Можем. Более того, мы можем потерять даже в какой-то момент всю Донецкую область. Всю Луганскую можем потерять. Бог знает, что мы можем потерять в результате этой многолетней войны, конца краю которой не видно. Не этот вопрос надо себе задавать. А задавать надо себе другой вопрос. Можем ли мы в этой войне потерять само государство? И какие инструменты для того, чтобы остановить
Россию в ее абсолютно очевидном, я бы сказал, и государственном, и национальном стремлении восстановить имперскую государственность в границах Советского Союза 1991 года. Один из этих инструментов, как это ни парадоксально звучит, это превращение специальной военной операции Российской Федерации на территории бывшей Украинской ССР в войну двух государств, каждая из которых имеет войска на территории противника. Как уж затем Россия обозначает свое присутствие, аннексия, оккупация, ну, вот, например, она же есть в Донецкой области, но это типа ДНР какая-то. А в Харьковской области она есть, но это территория Украины. Это разный подход. Но, опять-таки, это чисто в российской голове. Существует и в российской конституции, что, в принципе, одно и то же. Что голова, что конституция. Суть же не в этом. Суть именно в том, что могут быть российские войска на международно признанной территории России, а могут быть украинские войска, российские войска на международно признанной территории Украины, простите, а могут быть украинские войска на международно признанной территории России. И вот это вот элемент, скажем так, для прекращения огня и для разведения войск. Вот тогда, в какой-то момент, если мы хотим вернуться к каким-то принципам международного права, если мы вообще хотим вернуться к мирному сосуществованию, я не говорю там о хороших отношениях, я вообще не верю в хорошие отношения между русским и украинским народами в ближайшие десятилетия. И, собственно, я, как вы знаете, никогда и не строил иллюзии относительно этих отношений, как мы уже неоднократно в этом эфире с вами говорили. Но если мы хотим мирного существования двух сторон, находящихся по разные стороны государственной границы, то вот если войска одной страны на территории другой и наоборот, это тема для прекращения огня, для разведения войск. Я не знаю, для обмена там пленными, не знаю, для обмена ли территориями, это уже другая история, как говорится. Это уже будет зависеть от сил наших, от западной позиции. Это для меня важнейший момент во всей этой истории. Понимаете? Нисколько территории потеряно. Мне скажут, что да, вот это циничный подход, что будут опять тысячи людей эвакуироваться с оккупированных территорий. Будут. Много всего может быть в этой войне. Эта война только начинается для украинского народа. Еще ничего стратегического не произошло, потому что мы живем в целостном фактически государстве на 80% своей территории. На этом государстве, на этой территории работает легитимное правительство, инфраструктура, оказываются услуги от государственных там, до банковских, юридических, каких угодно. Люди вне линии фронта живут обычной жизнью. Все это может поменяться в один момент. Мы еще не знаем, что предстоит украинцам пережить в ближайшие годы российско-украинской войны. Но если украинцы заинтересованы в том, чтобы эта война кончилась раньше какой-нибудь очередной катастрофы, то мы должны понимать, какое важное значение для этого имеет наступление на суверенной территории Российской Федерации, как оно меняет саму философию войны. Я уже не говорю о том, что если Запад с этим соглашается, не осуждает Украину за это, не требует от нее вывести войска, это уже большой вклад в происходящее. Мы же тоже не знаем, сколько времени это продлится. Вот вспомните 7 октября 2023 года. Весь мир сочувствовал Израиль практически. Тот самый мир, где сейчас происходят антисемитские демонстрации. И тот самый мир, который требует от Израиля прекратить войну, вывести с войска из сектора Газа и не отвечает еврейскому государству на вопрос, а дальше-то что? А завтра опять эти люди будут голосовать за террористов, как они голосовали последний раз. Будут превращать свою территорию, которую контролируют они, в царство террора, в инфраструктуру нападения, убийства и насилия. Как жить рядом с таким соседом, настроенным на твою смерть? Собственно, загнавшим себя в ситуацию исторической безвыходности, именно потому, что он всегда был настроен исключительно на твою смерть, а не на свою жизнь. Хороший вопрос. Очень точный вопрос. Так что в этом смысле мы еще в лучшей ситуации по сравнению с государством Израиля. Ну, я не буду сейчас углубляться в сравнение между ситуацией с Израилем и ситуацией с Украиной. Здесь, так сказать, можно говорить о том, что в чем-то все-таки государство Израиль, поскольку на протяжении 70 с лишним лет уже накачало мускулатуру такую, что в состоянии справиться со своими врагами,
Здесь ну, очень много спорных. Опять-таки, понимаете, это дело не в мускулатуре. Государство Израиль, очевидно, накачало мускулатуру, которая позволяет ему отвечать на вооруженную агрессию другого государства. Но когда речь идет о войне с террористами, которые прикрываются телами мирных жителей, тут все гораздо хуже. Согласен. Вот ну, я сейчас... Да, и да, но и Украина в такой же ситуации, как вы понимаете. Мы же вот входим в Курскую область, мы видим, как там целые будут дома. Мы видим, как украинские солдаты разговаривают с мирным населением. Мы видим все эти фотографии. Вот приехали до зарубежной журналисты. Фактически там ничего не разрушено. Люди разговаривают. А я был в Буче, понимаете? В Бородянке. Я вот ровно год назад, вот примерно в это время, там немного раньше, получал в Бородянке национальную премию Украины имени Тараса Шевченко. На фоне разрушенных домов, понимаете? Просто полностью разрушенных. Домов в центре Бородянки. Все это даже спустя достаточно долгое время еще нельзя было восстановить, потому что это были разрушенные многоквартирные дома. Это не все так просто восстанавливается. Мы знаем, что происходило с мирными жителями и в этом городе, и в Буче, и в Изюме. Это разница, но ведь российские войска сейчас, когда будут наступать, они же будут специально создавать ситуацию гуманитарной катастрофы для собственного населения, конечно, чтобы конечно. Ставить Украину в положение страны, действия которой приводят к несчастливым страданиям мирных людей. Вот в чем проблема еще, понимаете? Вот что может измениться, о чем я говорю. Ну да, ну, Виталий, мы с вами немножко, так сказать, углубились в боковую тему сравнения, так сказать, проблем Израиля и проблем Украины. Я-то с вами не согласен, я считаю, что проблема Украины гораздо больше, масштабнее, потому что все-таки, ну, перспектив, то есть, ну, враг другой, враг огромный враг, который, ну, несопоставим, сравнить, там, условно говоря, Хамас, да и Иран тоже сравнить с Россией невозможно по степени, так сказать, по степени ужасности. По степени кошмарности этой... Да, я знаю, истории. Это чудище, обла, огромно, стазевная и лайк. Да. Василий Кирилл Чердяковского мы сейчас запомнили навсегда. Еще как лаяй. Вот, причем постоянно. Значит, эта тема, это моя профессиональная тема, поэтому здесь вот со мной лучше в дискуссию не вступать. Значит, смотрите, ну это действительно боковой вопрос. Тут у кого проблемы больше, это такой... Да и не самый важный, пожалуй, вопрос. Меня другое интересует. Во-первых, вот в той конструкции, которую вы нарисовали, мне кажется, есть две уязвимые точки, которые я хотел бы прояснить. Первое. Когда вы противопоставляете сохранение государства и потери территории, то есть территория государства, но потеря территории в конечном итоге, в общем-то, ведет к потери суверенитета. То есть вопрос в том, что значит, задача Путина не какие-то части территории, а вся Украина. И цель именно такая, и поэтому, теряя территорию, в конечном итоге Украина теряет суверенитет. И, ну, государство – это контроль за территорией, ну, без этого невозможно. Государство – это контроль за безопасностью. Если вы не имеете стратегической... На определенной территории. ...гарантии безопасности, это вопрос не в том, какую территорию вы контролируете на сегодняшний день, а вопрос в том, в какую территорию вы сможете потерять на завтрашний день. Да, но совершенно здесь... Должно находиться в пределах своей суверенной территории. Но мы живем с вами на континенте, где большая часть стран изменила свои границы за время Второй мировой войны и прекрасно существует в этих измененных границах. Я вовсе не призываю к тому, чтобы границы Украины были пересмотрены. Я просто хочу, чтобы не воспринимали мои соотечественники потерю какой-либо территории как поражение, а чтобы не воспринимали как поражение утрату государственности. Вот что я имею в виду. Да, мы не первый раз эту тему с вами обсуждаем, и я примерно представляю себе вашу конструкцию. Значит, тут три вещи, которые очень связаны между собой. Первое, все-таки я считаю, что, так сказать, ну, государство – это контроль за какой? Контроль и обеспечение безопасности на какой-то территории. И теряя территорию, здесь ясно, что это потеря части суверенитета. Второе, что мне важно, это связанные вопросы, их нельзя отдельно рассматривать. Второе,
это все-таки, я так понимаю, что вот вся эта конструкция, она опирается на то, что будут какие-то переговоры, значит, которые, так сказать, закрепят какой-то статус-кво. И сразу, я просто хочу, чтобы вы сразу на три эти вопроса комплексно ответили. Значит, представляете, сейчас очень много ведутся разговоры о каких-то переговорах. Я лично совершенно не понимаю, каким образом можно разговаривать с Путиным, с его режимом, с Россией, если угодно, с Российской Федерацией, если угодно. Значит, вот в нынешней ситуации. Вообще, как можно вести эти переговоры, когда нет точки компромисса? Мы уже много с вами на эту тему говорили и вместе, и по отдельности. То есть, как можно говорить с людоедом, который хочет тебя съесть? Значит, то есть, невозможно. И последнее, вы неоднократно высказывали убеждение в том, что безопасность Украины связана с вступлением в НАТО. И вступление в НАТО, значит, той частью, которая, так сказать, ну, вот в нынешней части, например, так сказать, в той части, которая контролирует нынешнее государство Украины. То есть я с трудом представляю себе такое решение стран НАТО, которые готовы будут принять Украину, часть Украины в НАТО, а часть нет. То есть какая последовательность событий, какая здесь траектория возможна? Как вы видите вообще вот движение в эту сторону? Опять-таки, все упирается в переговоры, все упирается в то, что на переговоры Путин не идет, не пойдет, да и, собственно, Украина не может сесть за стол переговоров в ситуации, когда другая страна хочет ее просто уничтожить. То есть, вот как это все увязывается? Первый вопрос. Я думаю, опять-таки, я повторюсь. Я считаю, что суверенитет – это способность обеспечить существование государства, как вы правильно говорите. Если государство не может обеспечить контроль над всей своей международно признанной территории, это проблема для всего международного сообщества, но это в любом случае вопрос сил. Если у этого международного сообщества по тем или иным причинам или этого государства нет сил для контроля над всем своей международно признанной территорией, значит, оно контролирует ту территорию, которую оно способно защитить и контролировать. Ничего нового в этом нет. Польша оказалась не способна контролировать свою территорию, которая международно признана, в рамках которой она существовала до 1939 года. Современное польское государство существует в других границах и защищает свой государственный суверенитет на других условиях, в других границах. Хотя, может быть, вы хорошо помните, что польская эмиграция до 1970-х годов была уверена, что будущая Польша должна восстановить свой суверенитет над границами довоенной. И была серьезная дискуссия. Все мы очень благодарны основателю парижского ежемесячника «Культура» Ежи Гидройцу, который изменил вот эту вот польскую общественную позицию даже в эмиграции. И говорил о том, что сосуществование с независимыми Украиной, Белоруссией и Литвой, которая обязательно возникнет, это основа польского суверенитета будущего. А вовсе не претензии на Львов, Гродно и Вильнюс. Но и были и другие тревоги. Были и тревоги руководства Польской Народной Республики, которая все время боялась, что Германия будет предъявлять претензии на бывшие Данск или Штеттин. И только восточная политика канцлера Вилли Бранта, даже не договоренности между Польской Народной Республикой и ГДР, потому что в суверенитет ГДР никто в Варшаве не верит, а именно договоренности между Федеративной Республикой Германии и Польской Народной Республикой с дальнейшим подписанием обеими странами Хельсинского акта, как-то снял этот страх. Поэтому все может перемещаться по ходу развития ситуации в Европе. Я не еще раз повторюсь, я вообще не собираюсь говорить о перемещении украинских границ. Я уверен, что рано или поздно международное право будет восстановлено, и Украина будет существовать в своих международно признанных границах, хотя я совершенно не уверен, что это произойдет в ближайшие годы или десятилетия. Может быть, по-разному развиваться события. Я говорю о том, что главная задача украинского государства в этой войне – это его сохранение. Вопрос существования украинского государства на нынешней территории не решен. Так, как он не был решен, допустим, в 1920 году. И действительно, в результате появилась не Украинская Народная Республика, а УССР, которая является просто насмешкой над украинским государством. Раз. Второе. Из второго, кстати, следует третье. Именно потому, что Владимир Путин не собирается вести переговоры с Украиной.
Не потому что Украина хочет садиться за стол переговоров, не хочет. Украина не обладает той субъектностью, которой обладает Россия. Украина зависит от своих западных союзников. А именно вопрос в том, что Путин не собирается вести переговоры с Украиной. Нет, нет, и еще 300 раз нет, еще раз, потому что для него не существует такого государства. Что для него Владимир Зеленский просто руководитель некого сепаратистского режима. Новый Джохар Дудаев, которого нужно просто там найти способ ликвидировать вместе с подельниками. Вот и все. И то, что этого не понимают в Украине, не делает российскую позицию иной. Но именно поэтому странам НАТО рано или поздно, если не захотят завершить войну, придется согласиться с идеей, что Украина должна быть принята НАТО, в НАТО не в ее нынешнем территориальном режиме. Нет, это неправильный как раз подход. В ее территориальной целостности, но при распространении 5-й статьи на ту территорию, которую контролирует украинское государство. Вот в этой формулировке я об этом и говорю. И, кстати, опять-таки, не один я. Об этом уже говорят многие, в том числе и действующие главы государств и правительств, министры иностранных дел стран НАТО. Эта мысль существует как дискуссионная. Многие месяцы ее обсуждают. И альтернатива этой мысли только одна, Игорь. То, что есть надежда, что Путин пойдет на переговоры. И все это удастся решить без этого. Я имею в виду у Запада такая альтернатива. А он на переговоры, как мы с вами... Можем даже проголосовать, и мы будем, так сказать, с вами в большинстве в этом диалоге. Не пойдет. Вот из этой истории выплывает другая история. Рано или поздно придется применять нестандартную схему или согласиться с тем, что эта война будет до бесконечности. Я могу даже иначе сказать. Я вообще видел бы эту схему иным образом. Я бы видел эту схему в качестве приглашения Украины в НАТО. Именно приглашение, которое будет одобрено всеми странами-членами НАТО, так как было одобрено приглашение Финляндии и Швеции. Затем ядерные державы, члены НАТО, дадут Украине собственные гарантии безопасности, дублирующие 5-ю статью. На территории Украины войдут какие-то вооруженные силы этих государств. Будут созданы военные базы этих государств. Часть парламентов стран-членов НАТО ратифицирует это приглашение. Часть нет. Часть парламентов стран-членов НАТО скажет, что ратификация произойдет после урегулирования политических отношений между Россией и Украиной. Сколько времени Украина может просуществовать в такой ситуации? А сколько времени Тайвань существует в такой ситуации? Сколько времени? Много времени. А сколько времени Республика Кипр в Евросоюзе существует в ситуации, когда она не контролирует своих суверенных границ? Много времени. И Украина может в такой ситуации просуществовать лет 40. 50. Важно сколько. Вот это и будет ответом на вопрос. Да, конечно, при этом важным моментом является прекращение огня. Прекращение огня не обязательно должно произойти в результате российско-украинских переговоров. Оно может произойти по... формату зерновой сделки, не потому что это даже нужно будет Украине, потому что это и России нужно будет. Потому что Россия тоже может быть заинтересована в прекращении огня, в отводе украинских войск с российской территории. Это то, что может ее мотивировать к приостановлению конфликта, а не прекращению войны. Приостановлению конфликта. И вот на фоне этого прекращения огня одним из важных, так сказать, условий для того, чтобы Украина чувствовала себя в безопасности в случае его прекращения на своей суверенной территории, которую она контролирует. Так, такая форма приглашения в НАТО может быть достигнута. Просто потому, что никакого другого решения у Запада для Украины нету. Его просто нету. Можно давать еще много оружия. Можно занимать еще какие-то регионы России. Можно отбивать какие-то регионы в Донецкой области или в Херсонской. Можно. Это все равно не приведет к концу войны. К концу войны может привести только два фактора. Два. Первый фактор – это истощение российских ресурсов. Второй фактор – это поставить Россию перед угрозой реального, не теоретического, а реального конфликта с самим блоком НАТО. Два этих фактора – единственные, которые могут обеспечить прекращение войны в Европе. Третьего фактора нету. Можно его придумывать, можно жить в каких-то иллюзиях. Огромное количество моих соотечественников живет в этих иллюзиях 2,5 года. Может жить еще 2,5 года, потом еще 2,5 года. Иллюзии от этого реальностью не станут. Но план у меня, как видите, есть.
Если бы я был бы президентом Украины, я бы представлял, как его осуществлять. Кстати, у действующего президента тоже есть похожий план. Иначе не было бы этих войск в Курской области. Иначе бы президент Украины так раздраженно не реагировал бы на то, что НАТО не пригласило Украину во время Вильнюсского, кажется, саммита Североатлантического союза, куда он направлялся. Так что у него есть такой план, он похож на то, что я говорю. Может быть, по-разному к этому подходим. Я подхожу более, так сказать, более политическими какими-то выкладками, он более эмоциональный, он не политик, он деятель культуры. Но в любом случае, это очень похожий подход, потому что, вероятно, другого подхода не существует. Ну, я тут вот такие жесткие дефиниции, что он не политик, а действующий, а деятель культуры. Я имею в виду по профессии. Ну, слушайте, ну, по профессии вы тоже не политик, вы журналист. Значит, да, согласен, поэтому, я журналист, но, да, но политический. Да, но политический, да. А Зеленский уже, так сказать, 2,5 года, помимо всего прочего, главнокомандующий воюющей страны. И за это время, так сказать... Ну, не надо ж так, он 5 лет главнокомандующий воюющей страны. Он не хотел, возможно, отдавать себе в этом отчета, но от этого он не переставал быть главнокомандующим воюющей страны. Ну, да, когда все сейчас... время, пока он был президентом, шли военные действия, гибли люди, может, в меньшем количестве. Нет, но тем не менее, за это время человек уже... Человек не рождается политиком, человеком становится. Поэтому я думаю, я как раз считаю, человек рождается политиком, политиком нельзя стать. Но это не... Можно стать президентом любого государства, если тебя выберут. Депутатом, сенатором. Политиком стать нельзя. Я убежден в том, что политиком можно стать. И есть большое количество примеров. И в частности, я все-таки думаю, что Зеленский стал политиком. Вот, ну, видите, у нас с вами могут быть разные представления о том, как люди становятся политиками. Это отдельная тема нормально. Для дискуссии. Да, это нормально. Значит, в данном случае, вот когда вы говорите, что есть только там вот определенный перечень вариантов завершения войны, вы здесь не рассматриваете еще один вариант, который, мне кажется, самый, ну, понимаете, опять-таки тот вариант, к которому, в общем-то, можно было бы стремиться. Это создание ситуации, при которой в результате серьезного поражения России, оно возможно. Вот Курская операция показала, что это возможно. Значит, происходит просто развал России, распад Российской империи. И я не вижу в этом ничего противоречащего законам физики, ничего противоречащего тому, что происходит в мире. Империи распадаются. И распадается, и Российская империя распадалась дважды на протяжении последних немного более чем 100 лет. И, в общем-то, третий окончательный распад Российской империи – это, в общем, вполне нормальное состояние. И это выход из положения. И, на мой взгляд, как раз Курская операция показывает путь, в котором, то движение, в котором может быть этот распад. Потому что, на самом деле, так сказать, и вот здесь как раз вопрос территорий. Я не потому, что я не согласен, я тоже с вами согласен, что да, люди важнее, чем безопасность людей важнее, чем территория. Я с этим согласен, хотя люди живут на территориях. Тут тоже такая, так сказать, я бы не хотел уходить вот в такую схоластику, что вот отрывать. Люди на земле живут. Вот. Но главное другое, главное это то, что Курская операция показала чрезвычайно, доказала еще раз, помимо рейда Пригожина, доказала чрезвычайную уязвимость и доказала внутреннюю слабость России и неготовность, и доказала, совершенно очевидно доказала, что вот тот самый, я не согласен с термином там русский народ, российский народ, никогда в России не было никакого народа, никогда российский народ не обладал никакой субъектностью на протяжении, начиная с Московского царства, ничего, никакого народа здесь не было. Вот, здесь было население, это отдельная проблема, это, так сказать, сконструированная такая русская система, в которой, так сказать, власть высасывает субъектность из населения. Вот, но это бог с ним. Важно другое, важно то, что доказано, Курская операция доказала, что, в принципе, так сказать, изнутри, вот весь этот монстр, он изнутри трухлявый, и что, в принципе, вот это, ну как, любимое выражение Солженицына, мягкое подбрюшье. Так вот, у России есть мягкое подбрюшье.
это вся Россия изнутри. И, в принципе, как нож в масло вошли вооруженные силы Украины в Курскую область. И никто, обратите внимание, ну это же очевидно, никто никаких коктейлей Молотова не кидал в бронетехнику украинскую. Никто не попытался сопротивляться. Точно так же, как с Пригожиным. Российское население воспринимает изначально, начиная с Московского царства, любую власть как власть. Принюхались, пахнет властью. Вот пахнет властью от Сталина, значит Сталин. Пахнет властью от Хрущева, значит Хрущев. Запахло властью от Пригожина, значит Пригожин власть. Пришли украинцы, все, будем под украинцами жить, нормально, все хорошо. То есть я не понимаю, почему, но для того, чтобы такая цель была поставлена, нужно, конечно, то, что делает президент Зеленский, который, с моей точки зрения, я не фанат ни одного из украинских президентов, но тем не менее, то, что он делает, он таскает оружие. И, как мне кажется, вот то, что, так сказать, главная проблема в реализации этого важного проекта, нацеленного на развал Российской Федерации, что будет благом для российского населения в том числе, это необходимое оружие, это томагавки, это большое количество F-16, F-35, это принятие решения к тому, чтобы были американские пилоты-пенсионеры на этих томагавках, на этих F-16 и F-35 летали. Это создание, это все достижимые вещи, если поставлена цель. Судя по всему, у нас нет таких инструментов, которые позволили бы нам вселить ужас во врага. Российские эксперты фактически признали бессилие российской армии и заявили, что Россия ничего не может поделать с Украиной, просто потому что не имеет для этого никаких инструментов. А все разговоры про грозное новейшее вооружение, аналогов которому якобы нет, по факту оказались просто мифом и фейком, который распространяли российские власти. Соответствующее признание сделал в эфире радио «Комсомольская правда» один из экспертов. Началось все с обсуждения провала России в Курской области. Ну, давайте мы спланируем сначала наши действия, а потом будем действовать. Ключевой момент. Давайте сначала, да, шел третий год специальной военной операции. Мы сначала спланируем, дошло до того, на третьем году специальной военной операции, что произошел прорыв на глубину 12 километров. Говорит так классно верховный главнокомандующий. Спланировал специальную военную операцию, что на третьем году дошло до того, что произошел прорыв в Курскую область, когда же зрители стали спрашивать, как же вот этот прорыв допустили и почему Россия не обрушила до сих пор на Украину всю мощь своей второй армии мира, ведущий откровенно сказал, что никакой мощи просто на самом-то деле и нет. Мы все время ждем, что у нас вот-вот мы используем тот арсенал, который у нас есть, и враг задрожит. Есть ощущение, что если бы мы могли такой арсенал использовать, чтобы враг задрожал, то мы бы уже его использовали. Я сейчас не про ядерное оружие, а вот то, что до него. Этого не происходит. Значит, судя по всему, у нас нет таких инструментов, которые позволили бы нам вселить ужас во врага. Ой, а как же так? Десятилетиями российская пропаганда утверждала, что Россия не то, что там какую-то Украину сокрушит, а может и НАТО победить, и дойти до Парижа, и дойти до Берлина. А теперь вдруг пропаганда внезапно признала, что никаких инструментов у России для этого нет, и нет инструментов даже для того, чтобы Украину победить, которая и меньше, и беднее, и слабее. Так погодите. А как же знаменитый танк «Армата»? Помните, Рогозин утверждал, что он даже лично сидел в кабине этого танка и еще 10 лет назад обещал, что танк «Армата» вот-вот поступит на вооружение российской армии. «Армат» — это совершенно новая секретная разработка российских конструкторов. По своей должности я, конечно, знаю, о чем идет речь. Я сам был в кабине этого танка, который проходит государственные испытания. Поэтому, поверьте мне, «Армата» — это настоящий прорыв в танкостроении. На сегодняшний день такого танка нет ни у кого, ни у американцев, ни у европейцев. Эта боевая машина 21 века будет впервые показана в 2015 году. Во время парада на нашей Красной площади. Видимо, наврал.
Ай-яй-яй, как нехорошо вышло. И вот теперь российские пропагандисты уже открыто, прямым текстом признают, что все это время, да, российские власти тупо врали. И про аналогов нет, и про то, что СВО идет уже третий год по плану. Так, все по плану. Нет, не думаю, кстати. Никто этот план не видел. Да когда пишут, что все по плану, все у нас есть план, у нас есть план, и мы его придерживаемся. Да нет, придерживаться плана надо, это правда. Только его нет. Обратите внимание, что пропагандисты одного из ведущих российских СМИ уже в открытую стебутся над Путиным и над его заявлениями о том, что все идет по плану. Уже говорят, что и плана никакого нет, и, в общем-то, никто его никогда и не видел. И характерно, что вот эти неудачи в Курской области, провал российской армии, буквально подкосил вот этих всех Z-блогеров и пропагандистов, потому что вот сейчас вижу, что в их эфирах стало намного больше негатива. Они себе стали позволять намного больше, чем раньше. И сейчас в их эфирах звучат уже такие вещи, которые еще там несколько месяцев назад не звучали. Очевидно, что наступило такое разочарование, да, что они не верят больше в могущество российской армии, не верят в могущество Путина. Ну, то есть те, кто получает какой-то паёк, там, свои картофельные очистки, да, они еще изображают эту веру, вот, типа Маргарита Симоньян, она еще там пишет, что вот-вот сейчас там как жахнем и так далее. А те, очевидно, кому меньше платят или у кого там, скажем так, нервы не такие крепкие, те уже прям начинают в открытую выдавать то, что они думают на самом деле.